Российские оккупанты 11 апреля вновь совершили массированный обстрел по территории Украины, атаковав объекты энергетической инфраструктуры. В частности, вследствие атаки полностью уничтожена Трипильская ТЭС в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центренерго. Все сотрудники предприятия остались живы. Также были атакованы Харьковская, Львовская, Одесская и Запорожская области. Более 200 тысяч жителей Харьковщины остались без электроснабжения. Как сообщает командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук, враг применил 82 средства воздушного нападения, из которых 57 было уничтожено. Как рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, атакуя объекты инфраструктуры, враг пытается сделать то, что не успел зимой. По его словам, удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре. На атаку РФ отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина нуждается в системах ПВО и другой оборонной поддержке. Тем временем ночью и утром 11 апреля гремели взрывы на территории России. Местные власти Курской области сообщали об атаке беспилотников по мощностям железногорского комбината. Как сообщает российская Минобороны, всего якобы было уничтожено 13 беспилотников над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Кроме того, впервые была атакована Мордовия.